Смотрите, у нас даже стола уже нет. Стол и стулья. Чай пьем, знаете, как? Где придется? Или стоя, или вот так. А где, Виталька, твоя чашка? Там. Да? Я думал, ты сюда взял. Ты брал сюда вроде. На краю она стоит. Мусор стоит перед выходом. На краю. А, вот, видите, у нас просто на барной стойке. Одна кружка. А я себе уже вот в такую... Ой, Виталик, ты поел? Нормально у тебя, да, все? Семечки соленые. О, вот, кстати, купила этот самый... Вот как девушку зовут? Там, по-моему, Леонтьева написано было. Посоветовала в Trader Joe's. Смотрите, нашла такие. Нашла вот красный перец. Но вот этот островатый немножко. Как это вот? Экплант. Не кабачок, баклажан и гарлик, чеснок. Вкусно, но немножко островато. И еще взяла, сейчас скажу, где она, вот. Вот такую вот. Баклажан, чеснок и sweet red pepper, сладкий красный перец. Но это прям видно, что как кабачку, баклажанная икра, да? Попробуем. Хлебушек вот взяли как раз, чтобы его вот так мелко порезать. И потом его с колбаской. Да? Вот колбаска у нас на дорогу. Сосиски сегодня взяла в Trader Joe's. Тоже в дороге пойдет. Ну, пока будем ехать, на сколько-то дней хватит. Паштет никогда в жизни не видела. Увидела паштет. Ну, это я целенаправленно искала. Вот то, что мне девушка посоветовала, наша зрительница. Сыр вот разных взяла, это я тебе вам показывала уже. И взяла вот таких листы, да, вот такие вот. Потому что я хлеб не ем, я буду в листочки заворачивать. Так-то колбаску бы мне тоже, по сути, не надо. Ну а что-то мне нужно же в дороге есть, не буду же я себе суп варить там. Поэтому хотя бы я не в хлебе буду это заворачивать, не в хлеб, а в листочек вот в этот вот. Паштет попробуем. Не знаю, кто такой пробовал. Вкусно, нет? Но мы в дороге попробуем, скажу вам. Кстати, вот эту надо нам. У нас еще доска я не убрала. И нет, и ножи еще. Ножи убрала. Надо сейчас вытащить быстрее. И, потому что нам еще в дорогу точно хорошо, что вас сейчас снимала и вспомнила. И надо сделать из нее салатик нам. Вот йогуртик. Вот Ева вряд ли успеет его доесть, тоже кое-что возьмем, там льдом обсыпем, насыпем. Вот молоко, Ева оттуда уже берет. Это там, я вам все показывала, что покупала. А вот сегодня только вот это купила, вот это, листы купила, салата, потом сосиски, паштет села сегодня, с Евочкой ездили. Вот Ева попросила вот такие вот с сыром и с чесноком, такие палочки хлебные. Вот Trader Joe's мы и любим покупать, ну, когда можем, когда бываем там, то берем, если захочется. А соленые семечки жареные, они вот на самом деле очень вкусные. Но знаете, как попадется, в этот раз, то в прошлый раз не были такими солеными, в этот раз что-то много соли они сыпанули. Вот этот хлеб купили и вот два таких вот. А, еще купила огурцы, помидоры, сейчас покажу. Вот купила, видите, специально мелких. Мелкие удобно кушать в дороге. Такие взяла. Кстати, я люблю больше из костка огурчики. Может, еще удастся нам до туда доехать. Если нет, то нет. Балуется. И вот такие помидорки. Вот эти вкусные, кстати. Вот. Вот что мы сегодня в Trader Joe's взяли. А, вот же еще, ой, забыла уже, видите. Вот таких снеков взяли, тоже хорошо ехать в дороге и грызть вот это что-то такое. Оно и сил придает, и как-то и не скучно, да. Чипсы, и все-таки это натуральное. Это из бананов, банановые чипсы. Вот, яблочки нарезанные, подсушенные. Вот это вот, ну это уже, наверное, остановимся, когда будем чай пить. Это тоже, видите, ну, постаралась более такую еду брать, знаете,
что если уж сладкое, то хотя бы в тарелочке в шоколаде, чтобы не просто конфеты, да, а чтобы более такое все как-то на фруктах, на овощах, на натуральном больше, на натуральной основе. Еще здесь вот я, вот, крекеры взяла, тоже хорошо похрустеть ими, если в дороге, и их, на них хорошо будет намазывать как раз вот этот паштет. Вот если не хлеб, то хотя бы я, может быть, крекеры поем. Здесь есть одни... А, коробку выкинула. Вот эти, наверное, мне можно. Ну, посмотрим, короче, я попробую. Вот эти, по-моему, обычные, натуральные. Так. Ну, вот так вот мы на к дороге, собственно, с едой мы готовы. И даже все-все-все есть. А только нам сделать чай, кофе. И все. Я даже яйца забыла вам показать. И даже яйца наварила вот там вот в пакете. И уже вытерла их насухо, чтобы это самое. И вот стоят, уже ждут. Яйца готовы. Мандаринки надо будет еще помыть и сложить в другой пакет. И чтобы удобно было сразу чистые кушать. Есть. Тоже решила чай попить на ночь. Время уже 10:08. Нам завтра на конгресс вставать. Давайте, ребята, все готовится уже. Мы чай пьем. Так устали все. Я, оказывается, не только я сегодня с глазах песок, а у Виталика тоже. И именно сегодняшний день. Видимо, мы оба уже устали к этому времени. Либо, может быть, вот эта вот гарь и, может, дым от пожаров. Не знаю, прям в глазах песок и все. Ладно, попью немножко. Завтра, я говорю, стану опухшая, буду на конгрессе опухшая. Ну и что? Пить хочу, не могу. Хочется чая. Всю ночь лежать. Папе нравится. Ой, Ева, ты чё? А мне так нравится. Это каждую ночь висю. Висю. Вишу. Что? Вишу. И знаешь чего, Евочка, время 10 часов. Не говори мне, я знаю, сколько время. 3 утра. Ева. Все уже. Пора спать уже, и ты уже все, Ева. Нет, я еще не все. Виталик, скажи, пожалуйста, ты готов к поездке? Честно. Нет. Нет. А я готова. Да, конечно, готова, Ева. Весь Мадагаскар пересмотрела. Готова. Это не то же самое, что из Ломеса в Корнуолл и переехать. Ева, пожалей папу. А как? Да не буквально. Я имею в виду, уши не тяни. Мне еще не верится, что 3 числа мы возьмем трейлер и Алга. Что такое Алга? По-кыргызски? Это вперед. Ну, у азиатских народов нет слова назад. У них развернулись и Алга. Ну вот мы Алга. Скоро, послезавтра, Виталий.